средней школе номер 3 прошел День здоровья. Он ежегодно организовывается во всех школах города Новошахтинска. На стадионе «Западный» и в парке провели ряд мероприятий, способствующих улучшению здоровья детей. Начальные классы участвовали в различных эстафетах и играли в подвижные игры. А старшеклассники бегали на время и ездили на велосипедах, выполняя задания. Изучение различных навыков по безопасному поведению на дороге. Это и дорожные знаки, это и навыки фигурного вождения велосипеда. Ребята на практике могли применить полученные на уроках ОБЖ, а также на классных часах, знания правил дорожного движения. Каждый класс выдвигает лучших своих велосипедистов и тем самым проходит на время и на правильность выполнения заданий. Велосипедисты, которые прошли заданный маршрут быстрее всех и без ошибок, будут награждены. А самая главная награда – это здоровье, для чего и организовываются подобные мероприятия. И их цель – приобщить юное поколение к спорту и здоровому образу жизни. Прежде всего, для сохранения жизни наших детей. Главное, чтобы они были счастливы и здоровы.